Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. Так что у нас тут турнирчик, дуэлька, так, испытание и выживание. Телохранитель у осы легко. Я думаю, что сейчас пойдем, наверное, его завалим в начале телохранителя. Кстати, друзья мои, я создал себе клан. Вот он, называется Секиро. И у меня уже тут, елки-палки, народу набежало. Блин, а я могу как-то... А, я могу их убрать. Я не знаю, кто это такие на самом деле. Понимаешь, у меня никаких, ребят, описаний не было, да? И уровень с первого уровня, и рейтинг можно было 0. Понимаешь, и вот они все понабежали. То есть участников 40 из 40. Вы серьезно, что ли? Ну-ка, давай-ка вот Исиру, например, удалим. Тут очень много, кстати, вообще... Эндрю. Участие в рейтинге 25. Ага, вот, вот как можно, ребята. 12% и 10%. Так, потому что мало присутствуйте. Поэтому кикаем их. Надо будет, ребята, наверное, минимальный уровень поставить. Я не знаю, 20-й. Я-то сам какого уровня? Давай хоть посмотрим. Я сам 4-го уровня. Нет, какого я сам 4 уровня? Я в этом, походу, дело. В подземелье на 4 уровне, а здесь я на 20-м. Ладно, не имеет значения. Ребята, короче, Секиро. Если... Что тут такое? Присоединился к клану. Так, был исключен из клана. Это мной. Так, в общем, друзья мои, если что, присоединяйтесь. Ну, а я пойду пока бомбить... Осу. Точнее, не осу, а телохранителя, конечно же. Дай угадаю, тебя прислала оса. Или один из ее старых псов. Не на того. У нас с тобой здесь акула. Дай угадаю, тебя прислала оса. Или один из ее старых псов. Не на того они сделали ставку. Я вздерну тебя на рей и отправлю на корм акулам. Как и остальных. Ну, вот насчет этого, роднулька, я бы, наверное, поспорил с тобой. Во-первых, ты не забывай, какие у меня шмотки сейчас в данный момент. Плюс какое оружие. Ой, акулушка, я тебе вырву все хрящи. Раз уж на то пошло. Ну что, друзья мои, давайте с ней разберемся. Начнем. Ой, тихо, роднулька. Погнали. Опа. Поехали дальше. Опа, ничего себе. Да ладно. Прикинь, бьет на опережение просто. Поехали. Так, я смотрю, у нее что-то все взгрустнулось ей. Роднульки-то этой. Так, давай-ка мы сделаем. Хотел перекатик сделать, почему-то не получилось. А в чем проблема-то? Почему перекат мой не работает, а? Скажи-ка мне на милость. Нет. Ты хорош уже. Пора, и мне надо повести. Я не понял, в чем проблема-то? Как ты успеваешь это все сделать, а? Акула. Да, хитрая. Или я разучился играть, ребята, или акула тут выпендривается. Погнали дальше. На, на. Иди отсюда. Ага. Да, конечно. Вот уж дудки, родная моя, вот уж дуд. Вот ты как решила, да? На! Поехали. А я сейчас вот так сделаю. Да давай ты это, я хотел, блин, магию жму. Нафиг где тут-то уже. Фигня, ребята, магия очень мало отнимает здоровье. Так что выгоднее вот так вот лупить ее просто-напросто, да и все. Может, хорош уже? От кровопотери, ребят, погибло. Твое место в рядах новой крови. Наш барон сгинул из-за своей неблагодарной дочки, а ты идешь у нее на поводу. Остановись. Один из соклановцев собирает рейд. Вы можете присоединиться, приняв приглашение в клановом чате. Понятно. Кто-то там уже что-то собирает, да? Куда-то рейды. Ну-ка. Рейд. Слушай, я не вижу, я могу всех созвать.
пока тут никто никуда не созывает. Так, ну что, друзья мои, уже следующий телохранитель, как мы видим, невозможно стоит. Я хотел пойти вот сюда на дуэльку. Можно вот в теневом режиме, да. И выиграть. Во-первых, заработать немножко энергии. Ну и, конечно же, деньги. Деньги, все, что нам нужно для хорошего настроя, для хорошей игры. Тут у нас, как ты видишь, ниндзя. Ой-ой-ой, а мне дали какие-то... Так, мне что надо? Ага, за ринг нельзя заходить, все, я понял. Так, ну все, ты побаловался, может, хорош уже? Ё-моё, я вышел. Я даже не увидел, что я стоял именно с той стороны. Мне казалось, что я сзади него был. Да, с этими тисочками, конечно, особо тут не забалуешь. Может, хватит уже, парень? Поехали. Да ё-моё, он сейчас мне... Хорош. Поехали. Хочет выкинуть, да, меня? Все туда и подводит, гаденыш. Поехали. На-ка. Туда и улетел, говнюк ты мелкий. Ну что, пока ничья? Пока ничья, друзья. Да хорош. Вот ты как. Оу. Загонит? Нет, ребят, укатываемся. Ты смотри, что творит, а? Ну? Может, хватит уже? Ты смотри, что сейчас затолкнет меня? Нет. Прям по роже ему. Я знаю твои фокусы, парень. К чему ты клонишь, я тоже знаю. Поехали. Все. Ну что же, энергию получили, да? Ко всему прочему, плюс еще и денег хапнули. Так, значит, поединки у нас с тобой, дуэли закрыты пока. Испытание. Нужно пройти 6 испытаний на турнире. Ну что же, вперед. Я никогда не откажусь. О, старый знакомый, Ворон. Роднулька, пришел. Ну что ж, Ворон так Ворон. Так, у него когти. Блокируешься, гад. Ать. Как хорошо зарядил-то. Ну все, 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 хорош буянец. Да, кровотечение-то у него, смотри, сколько здоровья отнимает. Просто в прогрессия в офигенной. Ну что, первый раунд за нами. Продолжаем веселуху. Так. Нет. Твою же налево, урвался все-таки, а? Ах ты, гаденыш, ты посмотри, что творит. Да как он так встает-то, именно чтобы я не попал по нему? На определенном расстоянии, ты видел, да? Вот так вот всегда происходит. Слушай, а что я прохожу в обычном-то режиме? Может быть, в теневом лучше проходить? Испытания, там же все-таки энергии дают побольше, верно ведь? Ну да, в разы. Конечно, лучше в теневом проходить режиме. Так, может быть, рейдик собрать, а? Как ты думаешь? Было бы неплохо. Блин, там еще понаприбегало. Я больше чем уверен, что там очень много нерусских в игру вошло. Ну, я имею в виду, там американцы, китайцы могут быть. Еще кто-нибудь. Как мы там будем с ним диалог вести, извини меня. Что-то вот, я думаю, что не так пошло? Я именно из-за этого и думаю. Вот о чем у меня голова болит. О том, что я создал клан, а в нем очень много кого мне не нужно. А как ограничения делать, тоже не знаю. Может быть, как-то по заявке только лишь. Точно, скорее всего, надо делать как-то по заявке. А потом, если что, вы мне будете писать в чате, если кто-то захочет прийти. И я того буду, как говорится, принимать. Потому что я сейчас просто засру себе весь клан. Так, отлично, друзья мои. Лилия одуплилась у нас. Ну, а мы с тобой продолжаем. Нам нужно сколько там? 7 боев, да, выиграть, чтобы... А у нас только 5. Уровень сложности нормальный. Окей. Карманник. Со своими маленькими стилетами. Ну что ж, давай. Я думаю, мы здесь все-таки выстоим. Но он прикрывается. Ну-ка. Опа. Опа. Оп, родной мой.
ну что ты? Поехали. Ни я, ни он, да, не попал. Прям по голове ему. Конечно. Так, давай запустим. Поджарился парнишка. 1-0, пока ведем. Нет, отличное начало. Начало конца для него, для карманника именно. Так, а если я? Ах ты! Подлови... Воу! Так, тихо. Сейчас хорошо ему досталось, конечно. На! И добивочный, нет? Нет. Блин, увернулся как-то. Умудрился. Прям по голове. Все пока хорошо. Все у нас с тобой замечательно. Энергия идет. Бабки капают. Пока нам с тобой покупать ничего не стоит. У нас на 21 уровень шмотки одеты. Так, ну что? На испытание еще до сих пор не пускает. Поехали. О, кнут. Сейчас будешь получать свой пряник, родной мой. Ну что, друзья мои, готовимся. Блин, с посохом, конечно, это плохо. Но я думаю, справлюсь. Может, хорош уже, а? Смотри, что творит, а? А я знал, что так будет. Ну все, 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 все. Отдохни. Поехали. Ага, подрезали. Крылышки. Ну и... А, я думал, что я его добил. А оказывается, просто от кровопотери, ребят. Сейчас, 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 сейчас мы с ним... Опс. Тут он, конечно, да, круто. Круто начал. Поехали. Подрезал. Может, хватит уже? Я понял. Короче, если рядом стоит... Прям, ну, со мной на уровне, да, ребята? Заклинах лучше не применять, это бесполезно. А если я? А если еще? Оу! У меня хорошо отхил, ребят, сработал. Перк. Вот это я зря начинаю делать. Ну, прям в воздухе. Ну, он сам нарвался. Напоролся, как говорится, на мою пяточку. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. И, по-моему, уже у нас с тобой открывается турнир. У тебя достаточно ресурсов, чтобы наложить слабое зачарование. Я не хочу. Так, испытание. Одно из 24. Сложно, говорят. Без шлема, да ради бога. Главное, чтобы у меня было оружие в руках и броня. Ну, без шлема я уж как-нибудь, думаю, справлюсь. Так, ну что, и к гадалке не ходи, верно? Вот она, красавица, стоит у меня тут. Без шлема. Она, кстати, тоже без шлема, так что мы на равных. Так, тихо, подожди, поехали. Ой-ой-ой-ой. Да чтоб тебя. Ну, нунчаки, да, это такая штука, ребята. В ближнем бою так вообще имба. Влупляем. Не успел присесть. Оу! Ты серьезно? Погоди, погоди, а я не понял, а почему так много здоровья отняло? Это же не безумие или даже не то, чтобы не, невозможно. Может быть... А, все, я понял. Ребята, это условия те, когда если ты попадаешь в голову, то все, это хана. Понял я. Перфект. Недотрога. Да, есть маленько такое. Тем более, какая-то гадалка еще будет трогать. Так, 1-1, ребят. Надо... Надо нам с собой преимущество-то брать. Опа! С прогибчиком неплохо. Ух, красавица. Далеко пойдешь такими темпами, тебе скажу. Уху-ху-ху. Зачем, зачем, зачем ты так сделал, Рэй? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, вот это фейл. Вот это фейл. Еще и новое достижение получил какое-то. А, ну не дотрога. Короче, шутки в сторону. Прикрываем голову. Бомбим жестко. Беспощадно, я бы даже сказал бы. Поехали. Да чтоб тебя, ты... Стерва, ты достала.
Где у меня оружие-то опять? Уже продинамил, да? Куда ты тут? Прыгает она мне. Ну? Иди отсюда. Так, хорошо, что у меня хил врубился, ребят. Может быть, немножко здоровья. Зря. Зря я начал применять заклинаху, а? Видишь, она меня подловила. Я бы ее мог бы так бы легко забомбить. Так, пробуем еще разок. Ну и что ты там крадешься? Крадется она ко мне. Влупляем. Ну? Все? Готово. Да, друзья мои, сноровочку-то я теряю. Я тебе скажу еще следующее, что здесь, по-моему, идет намного сложнее, чем в истории сенсея. Ну, тихо-тихо-тихо. Поехали. Так. Кровотечение бы, конечно, на нее повесить бы лучше. Есть контакт. Воу, раскрамсульки сделали. Но это уже неплохо. Это уже неплохо. Денежка течет к нам рекой. И я получаю 21 уровень. Давай зайдем в профиль. Что у нас там? Ага. 55% шанс, что первый удар в бою нанесет... Нанесенный так в течение 3 секунд. Понятно. Давай вот это, наверное, с собой изучим. Так, и здесь у нас... Наградушку мы забрали. Все. Окей. Так, кстати, давай-ка заглянем с тобой по шмоткам, что у нас там новенького. Так, это не то. На 21 уровень, да? Ну, пока не стоит ничего больше приобретать. По броне. А у нас броня, по-моему... Слушай, а где у нас с тобой? Вот она. Вообще на 23 уровень броня висит. Так, а шлемак? И шлемак на 22 уровень. Так что нет смысла вообще ничего менять. Оставляем все как есть. Да, пока все как есть. Иглы тоже у нас с тобой на 24 уровень. То есть остается, если только заклинание, зачаровать мы можем. Но у нас с тобой есть перегрев, поэтому я пока, наверное, ничего не буду менять. Так, ну что, пойдем с тобой на следующее, наверное, испытание все-таки. Уровень сложности нормал. Так, в этом бою можно вступить только со шлемом 20 уровня. В плане. У меня же шлем 22 уровня, насколько я помню. Что-то у меня с панталыки-то не сбивайте. Ну что же, мангуст у нас с тобой... Проснулся с копьем, да, значит, парнишка? Ну, давай, посмотрим, кто кого. О, начал неплохо. Тихо. Начинает, короче. Упс, иглы мои пролетели мимо. Поехали. Так, ну что, кровотечение повесил? Это уже хорошо. Вот гаденыш ловит меня. По-моему, ему крышка сейчас будет. Все. Порвал и выкинул его на свалку. Так, первый раунд за нами. Ну что, вроде бы размялись. Давай. Покажем теперь всю прелесть. Что ты тут делаешь, парень? Упс. Ага, я так и понял. Моя очередь. А блин, вот как начинает эту комбинацию делать? Хоть ты стой, хоть падай. Ничего не получается, ребят. Ну... Да что ты будешь делать, а? Ты посмотри на этого сайгака. На! Хотел под дых ему дать. Ага, пинка, подсрачечка неплохого сейчас залепил ему. Ну и по щам, в конце концов. Отлично, друзья мои. Энергию накапливаем, все как полагается. Ну что, давай следующий тогда. Так, поражение при выходе за ринг. Твою налево. Короче, если я буду за ринг, и если я буду долго стоять на земле, я фейлюсь. Зашибись. То есть мне придется еще и прыгать тут, как этому. Как сумасшедшему, туда-сюда. У него топорики. Упс, тихо. Не надо. Твою ж налево, а.
Поехали. Да прыгать ты будешь или нет сегодня? Давай. Все, тихо, самому-то не выйти, главное. Трындец. Я слишком близко подошел, друзья мои. Слишком близко подошел, и он меня просто туда затолкнул. Сам виноват, короче. Так вот это вот и бесит. Тихо ты, отойди. Твою налево. Как он мне так звезданул, что я укатился к чертовой бабушке на куличке, а? Скажи-ка мне, как такое вообще возможно? Дал пинка, я улетел фиг знает куда. Встал, уже все, за рингом, будь здоров. Ладно, фиг с ним. Еще это время идет, чтобы на земле долго стоять нельзя было. Ну, смотри, опять. Нет, я мог бы, конечно, выпрыгнуть оттуда. Я думал, что уже все, свалились. Но он меня оплюхами своими затолкал туда. Ну все, 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 уходи. Так, делаем прыжок. Блин, это какой-то трындец. Это трындец. Во-первых, мне не нравится наше оружие. Для таких вот именно боев оно, ну, не годится. Сюда что-нибудь такое быстрое, но не размашистое оружие. Поехали. У нас, в принципе, блин. Видишь, он когда размашисто делает, он, ребята, очень далеко уходит. За этот. Очень. Тут смотри, сейчас. Вот и все. Он пока размахивается, практически подходит к краю. Ему только остается меня туда дотолкнуть или чем-либо пульнуть, чтобы я туда сам зашел. Вот так вот по ногам столько ему бомбить. Прыжок. Ну все. Тихо, тихо, не надо, главное, туда самому не зайти. Ну, что-то типа того. Либо только по ногам ему убить, чтобы мы не могли с собой далеко проскочить. Вот таким вот образом. И опять же он меня сейчас затолкнет, да? Хотя нет. Но есть. Прошли. Вот что-то типа того. Потому что если ты будешь делать целую комбинацию, ты, естественно, уйдешь сразу за экран. А по ногам ты бьешь, ну, как бы ты присаживаешься и пронзаешь его. Далеко не отходишь от этого. Так, оружие 21 уровня. Это у меня есть. Поехали. Так, головорезик у нас здесь. Ну что же, будем разбираться с головорезом. Ждет меня, да? С двумя своими саблями. Но. Так, хорош. На-ка, выкуси. Ох, парень попал. По-моему, парень попал очень круто. Не-не-не, это мы знаем. Мы знаем, что ты можешь крутиться, вертеться. Но мы-то тоже можем, да, как говорится, пронзить. Ну давай, я жду тебя. Опа, по ногам, правильно. Поехали. А, Сюрикс выбросил. Да чтоб тебя. От кривозад, на. Ого. Блин, я тебя смотрю. Нифига ты. Вот это дает жучара. Так, присели, пригнулись. Поехали. Ну, трындец, будешь. Опа. Вот это, конечно, хорошо он разыграл. Вообще ничего мне, даже шанса не дал. Как-то реабилитироваться, там, подпрыгнуть. Подскочить к нему. Ладно, 1-1. Так, начинается, что ли, опять? Ну-ка. Еще разок. Получил? Хотел метнуть свой сюрик, но он его метнул, конечно. Да чтоб тебя. Так, готов, да? Но тут я его опередил. Так, отходим, короче, и заклинание. Захотел, конечно, перепрыгнуть, но ничего у него не получилось. Ну что, головореза мы с тобой победили. Двигаемся дальше. Давай смотреть, кто у нас там. Или нам все-таки сюда лучше. Тут нормуль, тут нормуль. На оси невозможно. Ладно. Так, в этом бою твое здоровье убывает со временем. Только мое или врага тоже? Опять мангуст? Что-то он тут притулился, я смотрю. Ну ладно, мангуст, давай. Кстати, ребята, я вот не помню, чтобы топоры у мясника забрать. Нам уже с вами
В затмении пройти, да, его телохранители? Напомните-ка мне в комментариях. Я что-то не могу понять, что-то он мне не хочет топоры, тесаки свои отдавать. На. Так, мангуст, хорош. Я серьезно говорю, хорош. Опа. Сейчас было хорошо так сделано. Но недостаточно, чтобы выжить. Так, мангуст, продолжаем с тобой поединок. Ах ты. Жук ты навозный, а. Ты посмотри. Ну-ка. Отлично, отлично, хорошо. Блин, он же сделал бросок мне, а? Хотя я собирался. Ну-ка. Сколько раз уже говорил, что не надо делать заклинания, когда стоишь рядом с ним. И опять же сам делаю, а? Иди отсюда. Прыгает он мне здесь. Так, что ты там навострился? В плане... А-а-а, у меня же здоровье со временем уменьшается. Совсем забыл, а? Опа, вот это ты, конечно... Ты не оборзел ли, а? Щенок. Вообще, смотрю, в корень припух. Давай ты... Есть. Ушатали моего. От кровопотери отдуплился. Офигел вообще, просто в корень. Стоит тут, прыгает, подлавливает же меня. Так, у тебя достаточно... Да понятно, что у меня достаточно. Ну что, поехали дальше. В этом бою ты не можешь блокировать удары противника и проиграешь, если противник собьет тебя с ног. И опять же кнут. Да, конечно, он сейчас будет подсечками делать. Вот попомни мои слова, сейчас будет делать подсечки свои. Блин, или своим посохом, я не могу блокировать. А у него посох-то, ё-моё, бьет очень сильно. Ну, иди сюда. Ага. Ну да, блокировать-то я не могу. Сейчас собьет меня с ног, да выпендриваюсь. Да блин, ты достал, а? Да смотри, что творит. Ага. Погнали. Хочу ему бросок. А, все. Я только хотел бросок ему сделать. Блин, я как вспомню, там будет дальше испытание. Помнишь, сделать бросок в определенное место. Ё-моё. Я ж там сфейлюсь. И в тот раз пыхтел там не знаю сколько. Так, снаряжение 21 уровня. Так, а что у нас? В этот бой можно вступить только с оружием, доспехом. Да все понятно, у меня это есть. Опять ворон. Своими крючьями. Ну давай. Слушай, мне кажется, надо идти на телохранителей мясника в теневом режиме. Пытаться бомбануть, потому что... Ага, потому что тесаки... Ох ты. Ну-ка. Попробуем сейчас вот так его. Прям вот большим пальцем ноги я его прям в ухо. Видел? Барабанную перепонку, короче, ему пробил. Вот так вот. Я даже увидел. Я даже услышал, как он закричал: «Нет, Рэй, не надо!» И ну, уже было поздно, потому что все. Я его там раскромсал. Да чтоб тебя. Ага. Это ты хорошо прыгнул. Блин, только вот я промазал. Да он тоже, кстати, мажет. Опа, теперь давай поджарим. Все, друзья мои, воронок наш отплясался. Так, ну что, деньги зарабатываем и пойдем, наверное, сейчас с тобой к мяснику. Все-таки, мне кажется, нужно пройти телохранителей в теневом режиме, только после этого мне станет доступны его вот эти вот мясницкие ножи. Так, и первая у нас с тобой, да-да, это самая девочка. Как ее величать-то? Птичка, да? Именно птичка. Птичку жалко. Попробуем сейчас ее распетрушить. Ну, с такими тесаками я не знаю, как я пойду на мясника. Если честно. Ох ты, ничего себе. Птичка, хорош. Юрка я, однако, смотри-ка. Да чтоб тебе. Попал.
Бросок, отлично. Ну-ка. По ногам хотел, не получилось. Нет, роднулька моя. Давай-ка без фокусов. Сегодня без фокусов, пожалуйста. Ну что же, раунд 2. Я сижу сейчас и думаю, для чего мне эти топоры мясницкие? Если у меня есть нормальное оружие. Для коллекции, что ли? Смотри-ка, птичка прыгает. Опа! Брось ты эти дела. Ну-ка. Смотри, что творит, а? Так. Ай-яй-яй. А если я вот так сделаю? Ну все, роднулька. По-моему, тебе крышка. Допрыгался, Сайгак. Ну что же, птичку мы с тобой победили. Надеюсь, я правильно все делаю. Ну ведь, по-моему, вот в ночном режиме я же не проходил здесь. Или проходил, просто это все заново началось. Ладно, тут их не так уж и много. Можно попробовать. Носорог? Он же вроде бы. Ну да? Блин, мне его оружие, конечно, не очень нравится. Он будет шустрее, чем я. Так, ну что, проверяем. Ага. Да чтоб тебе. Просто не дает ничего делать, прикинь. Ну. Что-то кровотечение, кстати, перестало срабатывать, я смотрю. Ой, зря я сейчас это делаю и все. Естественно, он меня поджидает, ребят. Оу. Вот так вот. Я так и думал, что это чем-то плохим закончится. Но вот тебе и результат. Поехали. Ой. Да ты посмотри, он все делает. Я вниз, он вниз делает. Я вверх, он вверх делает удар. Получил. Так, хорош. Да как так-то? Ну? Блин, как же мне его разрубить-то, а? Ага, вот она, эта комбинация дебильная. Все, что ли, мне крышка? Походу дела, да? Смотри, смотри. Ну вот как вот это? Вот, ребят, ну он блокируется, понимаешь? Просто блокируется. Он все знает наперед. Это вот как вот в той части. Сенсей, помнишь, да? Ты начинаешь что-то делать вниз, удар идет вниз. Ты начинаешь прыгать, удар идет вверх сразу же, да? Алгоритм чертов. Что еще тут скажешь? Ладно, я все равно этого носорога порву. Я его обязан порвать. Что это за дела? Трындец, конечно. Оружие уже как бы, ну, не то. Ребят, если честно, уже сдувается. Так. Ну. И кровотечение почему-то не вешается. Твою ж налево. Ну и что ты мне прикажешь? Он еще и прыжок сделал. Вот как будто вот знал, что будет, да? И сделал прыжок. Ну все, вали отсюда. Достал уже. Так, окей. Погнали. Погнали, блин. Ну. Понятно. Ты смотри, что, а, чмошник делает. Ты достал, ну серьезно говорю, а, просто заколебал уже. Ну. Так, хорошо, хоть по ногам здесь задел ему. Да разрубить его надо, понимаешь, разрубить. Ага, конечно. Так, опять по ногам ему. Фига ты. Но от кровопотери он отдуплился, ребят. Ладно, хорошо, с носорогом мы с тобой здесь проволтузились. Я боюсь даже представить, что будет на мяснике у нас твориться. Так, это кирпич.
Нет, это не кирпич, это буйвол, по-моему, да? А, бык, бык, конечно же. Ну что, давай бычару теперь попробуем завалить. Он, правда, с двумя палками. Тоже довольно шустрый парень будет. Так что не расслабляемся. Ага. Твою налево, не успел. Так, тихо. Тут главное, ребят, кровотечение, если вешаешь на него, уже как бы шанс на победу есть. Потому что кровотечение очень быстро отнимает у него здоровье, ты видишь. Ага. Поехали. Готов, парень. Это ему возвращение урона еще вернулось. Ладно. Ага, захотел чего. Ну-ну-ну-ну, хорош. Нет, завязывай давай. Смотри, что творит. Ух. Ребята, я хотел сделать кувырок, и в последний момент почему-то я кнопку вниз отпустил. Не знаю почему. Почему-то стал сомневаться. И вот зря. Надо было делать все-таки, что решил. Ну все, может быть, хватит уже тут прыгать-то, а? Ух, ёх, колымана, вот это было больно. Поехали. Ё-моё, я потерял, друзья мои, оружие. Ну. Так, влупляем. Готов. Жестко, конечно, жестко, ничего не скажешь, но почему-то от этого более интереснее. Так, ну что у нас там с тобой остается? Два телохранителя. Блин, этот еще с кусаригами своими, а? Рыжий. Ну давай, рыжий. Попробуем с тобой сразиться. Поехали. Ну чё ты, рыжик? Ага. Я знаю эти выпендрёжи ваши. Ох. Подрезал его. Ой-ой-ой-ой-ой. Сдох. Шикарненько. Так, рыжик, 1-0 в мою пользу. Давай, вставай. Продолжаем с тобой нашу эпопею. Неплохо, я тебе скажу. Что-то я тут... Ага. А если так? Готов. Перфект. Без единого касания, да? Отлично. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Последний телохранитель остался. Так, улучшать ваши боевые навыки. Понятно все. Безумно. Ох, безумно. Это да, ребята. Не абы что. Сейчас будет такой урон, наверное, мне наносить. Почему-то мне кажется, что мясник будет вообще невозможным. Да, с оригами. Ну что, наверное, начнем с подкатика. Пока неплохо. Да ладно. Хорош. Так, он сейчас будет меня тут выматывать, да? Поехали. Да ну. Так, подрезал. Все, ему крышка, друзья. Первый раунд довольно быстро прошел у нас. Так, у меня есть заклинуха. Смотри, что творит. О-хо-хо. Успел. Давай-давай-давай-давай. Кровотечение, кровотечение. Это я помню. Сам пользовался этими кусаригами, знаю, что от них ожидать. Ну что, готов подохнуть-то? Готов, конечно. Ну вот. Слушай, по-моему, все-таки у мясника не надо, ребята, в теневом режиме ничего проходить. По-моему, там со временем предлагает тебе отдать свои... А, нет, вот. Все-таки нужно было. Ой, друзья мои, друзья. Что сейчас будет-то? Я даже не представляю. Уровень сложности тут не написан, но я думаю, что здесь невозможно. Может быть, ну, минимум это безумие.
Ну, первый раунд, ладно, мы еще с тобой, может быть, пройдем как-нибудь. А дальше что будет твориться? Это трындец. Попробуем. Ать! Ты видел? У него, кстати, тоже, ребята, вешается кровотечение. Об этом не забываем. По-моему, мне крышка. Как так-то? У него что, кровотечение вообще имбовое просто. Так, тихо. Ну, пошел ты отсюда. Стоим, стоим, стоим. Так, попробуем заклинаху. Понятно. О, всыпали мне. Да, три раунда. Я что-то как-то уже сомневаюсь, что я смогу его победить. Ну, по крайней мере, вот этим вот фиговину, которая у меня в руках в данный момент. Может, хватит уже, а? Просто все, трындец. Понял, если ты под одну плюшку попадаешь, он тебя сразу разносит. Давай-ка повторим. Почему он так шустро ими орудует, а? А я еле-еле ими мотыляю. У него такие тесаки, извини меня, в три раза больше, чем мои. По содержанию стали. И вот начинается. Жестко. Просто внахлёст. Хоба. И все, ребята. И ты лежишь. По ногам еще тут бьет. Ну. Не понос, так, блин, золотуха, да? Оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо. Надо быть аккуратным. Ну как тут аккуратным, если он постоянно блочится? Вот скажи мне на милость. Так, по ногам попал. Хорошо. Поехали. Сколько отнимет здоровья? Ну, прилично. Сам себя он, грубо говоря, убил сейчас в данный момент, потому что отражение урона сработало. А вот теперь будет лютость. Конечно, будет лютость, потому что он сейчас будет прыгать. Он будет прыгать, свой плешивый этот удар делать. Ага. Поехали. Ну, давай бросок ему в конце концов. Так, теперь заклинаху. Ну, попадись ты. Есть. Фух. Ладно, друзья мои, ладно. Уйди ты, мышка, ё-моё, мешаешь столько. Радоваться пока ещё рано, ты понимаешь, да? Видишь, что у него там активировалось? Этот глазок, блин, шоколадный. Ну что, распишет меня, что ли, сейчас получается, да? Поехали. Не-не-не-не, слишком далеко. Так, пробуем. В плане. А что случилось-то сейчас? Я не понял юмора. Ладно, фиг с ним. Что у него там за читерство происходит? Ну, конечно же. Ё-моё. Да хорош ты уже прыгать тут, засранец. В лицо, да? Убьет сейчас? Убьет, ребята. Все, он выиграл. Не то, что он убил, он выиграл просто-напросто. Труба дело, а. Если бы не два вот его прыжка последних. Ты видел, сколько прыжок отнял за руя? Ну вот, об этом я тебе и говорил. Он-то шустрит, он юркий. Поехали. Оп, по ногам, естественно, хоба. Так, ладно, предположим. Давай, звездочка. Какая нахрен там звездочка? Твою налево, блин. Звездочка. Ну иди сюда, паршивец, блин.
толстое мясо, а? Говнатый кусок. Да, конечно. Хорош, может, выпендриваться-то, а? Прыгать мне тут, как сайгак. Ой-ой-ой-ой-ой. По ногам вот когда ударит, все, мало не покажется, ребят. Ну, сейчас будет выпрыгивать. Конечно, будет выпрыгивать. И по ногам. Выпрыгивает и по ногам. Выпрыгивает и по ногам. По самому уязвимому месту. Ну тут, ребята, 2-0. Тут без вариантов. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы здесь выиграть теперь. Как тут усраться надо, понимаешь? Но удар, кстати, в рукопашном бою очень маленький. Я его бью ногами и руками. Это практически по минимуму. Так, ладно, 1-2. Сейчас он начнет веселиться. О, зачем ты это делаешь, Рэй? Господи, ну... Что ты там... Да почему я понимаю, я не могу понять. Что происходит-то? Я же убью, блин. Надо будет потом пересмотреть. С какого перепуга я дупляюсь, я не пойму. У него возвращение урона, что ли? Так это у меня висит, а не у него. У него нету этого. Вот тебе, блин, и мясник, ребята. В теневом режиме. Я просто боюсь представить, что будет делать Титан в теневом режиме. Просто боюсь представить. Так, ладно, мясника мы сейчас с тобой здесь... Думаю, в этом раунде, наверное, мы порвем его. Что-то мне так кажется. Ну. Ага. На. Видишь, сколько отнимается урона ногами и руками? Вообще минимум. Видишь, что творит? Опс. Ты прикинь. Трындец. Кстати, я, знаешь, еще подумал. А оружие-то у нас это заточенное с тобой или нет? Вот я только сейчас подумал. У нас же, по-моему, оно приобретено, но не имеет заточки. Все, может, хорош уже. Жиробас, выпляс вот тут. Финиш какой-то. Так, пока у нас ничья, 1-1. Но он-то сейчас тут будет вытворять такие чудеса. По ногам, конечно же. Вот и все. С одной плюхи, ребята. Сделал удар по ногам и с одной плюхи просто выносит. Я сейчас посмотрю по заточке брони и нашей шлема и оружия. Что-то мне такое ощущение, что у нас все это дело не заточено. От этого и такой минимальный урон. Хорош, жиробас, выплясывать здесь. Ну, поехали. Стоп. Рэй, ты же видишь, что он начинает. Ну, видеть-то одно дело, ребята, а... Как тебе сказать-то? А другое дело от этого увернуться просто. И он, кстати, тоже... кстати, тоже упал. Но все равно я проиграл. Так, ладно, пойдем с тобой посмотрим, что у нас там по заточке. Почему-то мне кажется, что... Нам надо с тобой затачиваться. Где это оружие? Вот оно. Слушай, полностью здесь заточка. Так, давай посмотрим здесь. Где у нас броня? Вот она. Слушай, здесь тоже все. Хм. Так, ребята. Получается, все заточено по полной программе. Я тогда, знаешь, что могу тебе сказать? Так, а мы еще с тобой здесь не прошли испытания? Да ладно. Как так-то? Надо пройти? Короче, сейчас мы с тобой получаем следующий уровень. Я беру шмотки на 22 левел. И я думаю, что мясника мы порвем с тобой. Но пока с невидимкой. Ага, невидимка, как всегда, тут прыгает. Как всегда, елозит. Ты это сам видишь. Ну, тут особо, ребята, выпендриваться не приходится. Ну, чё, он не подходит-то? Стоит там где-то вдалеке. Ну, готов. Даже удара не нанес. Странно.
Обычно невидимка бомбит. Будь здоров. А, ну тут уровень сложности легкий, да? Может быть, из-за этого только. Опа. По щам получили мы с тобой. Попаду. Перепрыгнул, да, все-таки? Оп-хоп. Ну вот и крышка ему. Да. Мясник что-то меня прям аж выбесил из себя, если честно. Так, ну что, последнее испытание. Блин, нам еще до уровня с тобой. Че там, бой с четырьмя противниками? Ё-моё. Ну давай. У нас, по-моему, с тобой уровень здоровья будет оставаться прежним на всех четырех противников, насколько я помню. Ладно. Будем пытаться вы... А, у нас еще и... Понятно. Я думал, что у нас будет наше оружие. Ага. Ух ты, прикинь, так по спине получить. Таким вот тесачком. Я прям вот не позавидую, ребят. Ну что ты там? Ага. Твою ж налево. Не бы отхил бы, если честно. Ну куда ты бьешь, а? Ну поехали. Твою налево, а? Давай влупим тогда. Слушай, ну здоровье у нас, по-моему, не будет прибавляться. Так, этот хмырь теперь, да, у нас вот с топориком. Ну давай. В шрамах весь. Безобразный такой изгнанник. Ну да. Так, и мне еще и когти дали. Блин. Я хоть урон-то вообще наношу. Что-то я не вижу, чтобы что-то тут было. Блин, эти когти, конечно, шустрые, но... Если бы мы еще попадали бы с тобой, было бы вообще великолепно. По ногам. Ох, ё-моё. Да чтоб тебя. Ну ты посмотри, что он творит. Тихо ты. Пригнись. Пригнулся, блин. Да. Заново, конечно же. Жестко, конечно, тут с четырьмя. Но я, не забывай, в теневом режиме играю. Так что в обычном бы я бы их уже порвал бы. Наверное. Ну давай, кнут, ё-моё, хорош там спать. Так, мне дали сабли. Ну хотя бы сабли, то уже лучше, ребята. Все, 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 все. Хорош парень. Ать. Ну вот надо вот так вот, а? Вот сделаешь какой-нибудь удар, и все, и начинается, ребят. Просто как специально. Ну все, парень. У меня просто нет слов. Ну ты посмотри, ну что творит, а? Ну вот как ты, гад, а? Так умудряешься сделать? Вот объясни мне. Паразит ты вонючий, а? А, ты потерял свой этот. Понял я. Свой посох он, ребят, потерял. Блин, половина здоровья осталась. Это на четверых. Трындец. Изгнанник с топориком. Здесь он нарисован с одним топориком. Но на деле-то он, по-моему, с двумя же, да? С двумя, гаденыш. А мне еще дали крисы. Ну, молодец. Красавчик. Почему так мало у них отнимаю этого-то? Мало здоровья отнимаю. Да чтоб тебя, ты будешь сейчас издеваться надо мной, да? Я понял, так и будет сейчас продолжать это все. Демагогия, а? Сейчас бы он, ребята, попал? Попал. Хорошо, что я в блоке простоял, а? Нафига вот это надо было делать, а? Все, крышка ему. Ну, здоровье-то, посмотри, сколько осталось. Хоть бы половину бы возвращали бы, да? Как номинал.
Ровно пол хп. Нет. Сколько вот у тебя есть, столько и будь здоровья использовать. Давай, раунд третий. А, мне копье дали. Слушай, ну, может быть, с копишком-то оно как-нибудь по-другому будет. Я не особо, конечно, уверен, что он как-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обосраться и не встать. Вот так вот, друзья мои. Вот так вот. Жестко все это, жестко. Так, пошли сюда. Наверное, пока, ребят, на сегодня сделаем последний бой. Еще раз напоминаю, клан, название Секиро. Блин, там, наверное, уже опять полным-полно народу. Наверное, надо почистить и поставить как-то условия. Что не свободный вход, а по заявке. Скорее всего, так сделаю. Так, подожди, я не помню. А, у нас с тобой испытание. Поэтому мне топорики. Вот самое противное, когда ты привыкаешь к одному виду оружия, и тебе дают что-то другое, ты начинаешь просто лажать. На тебе. Ага. Конечно. Ух, хорошо-то как. Жалко, эта комбинация не прошла как надо, но... Ты смотри, что делать-то, а? Сморч. Вот сморч. На, блин. Почему? Он же когда валялся, должно было по нему пройти. Да, когда он упал, и я приземляюсь с топориками, я должен был его пронзить. Но это почему-то не сработало. А, елки-палки, я... Господи, я думаю, что за дела? Мы опять с тобой в это играем. О, катана. Ой-ой-ой-ой-ой, ну это все, ребят, ну это, что это такое? Просто в пятачину. Просто в пятачину, и я улетел. Нет, обязательно, конечно, мы с тобой это все будем проходить, обязательно. По любасику просто-напросто. Но уже попозже. А точнее, в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.